Всем здравствуйте. Сейчас показываю очень хороший сервис, очень редкий. В настоящее время по комплектности, ну и сохранность тоже, в принципе, не самая плохая у него. Вот форма здесь та же самая, что и была два ролика назад, два видео. Это вот ручка-петля, высокая такая, ампирная, ампирная форма чашки же. Вот попозже чуть покажу ее еще раз в справочнике. Производитель здесь однозначно Колпорт. У меня такая роспись была уже несколько раз. Вот, но при этом производитель был разный, но с одной фамилией. То есть это в обоих случаях был Колпорт. Но, как я уже рассказывала в одном из своих роликов предыдущих, Колпорт изначально было две фабрики. И управляли ими в том числе. Ну, там несколько фамилий было управляющих, но разные братья Роузы. То есть вот то, что стало наиболее известно впоследствии, управлялось Джоном Роузом. Вот. А была еще фабрика Томаса Роуза. Они разделялись буквально одним каналом, рекой Северн. Вот. И действительно, различия между ними были минимальные, часто просто вот ювелирные, надо их с лупой искать. Вот. И в частности, был один и тот же паттерн, вот такой вот, да, такие гирлянды цветочные. Отличались они номером. У Томаса Роуза это был номер паттерна 500, у Джона 297, я чуть позднее покажу в справочнике. Ну, он встречается с небольшими модификациями, но вот это он. Да. Сейчас покажу эту форму. Сначала в компендиуме. Вот ампирная форма чашек. Вот разных производителей. Вот то, что ближе всего к нам, это вот Колпорт. Да, датируется этот сервис где-то 10-ми годами. 12-й, 15-й, 18-й, вот так. Вот, вот прям эта форма с перетяжкой. Сервис, я повторюсь, редкий в настоящее время по своему составу. Здесь 12 блюдец, 11, по-моему, чайных и 12 кофейных. Также есть чайник, есть полоскательница, сахарница и две сервировочные тарелки. Полоскательница с трещинкой вот здесь есть, и она выступает и сюда тоже, то есть сквозная. На чайнике тоже есть трещина. Очень жаль, конечно, это было бы слишком, наверное, шикарно, если бы еще чайник был целый. Вот носик обычно битый, да, носик здесь целый как раз. По телу есть трещинка и вот такое потемнение заметное внутри. В принципе, оно немного отведется перекисью водорода. Вот эта трещина видна немного и снаружи. Вот. Но в целом вообще чайник, конечно, роскошный. Очень большой, очень красивый. Цветы здесь крупные. Вообще роскошь в наше время. Сахарница целая. Сахарница без утрат здесь. Чистая, хорошая, свежая. Тоже это сумасшедшая роспись. Они бывают, эти цветы помельче. Вот в предыдущие разы у меня были здесь, они прям как-то особенно хороши. Вот, покажу форму ампирной чайной чашки, да, вот сбоку. Вот такая типичная форма. Здесь вот чайные. Вот это Колпорт как раз. Хочется прям живопись здесь показывать. Потому что сама от нее оторваться не могу. Прям хочется смотреть, смотреть. Форма блюдца здесь тоже достаточно редко. Чаще, вот у меня оба раза этот паттерн был в лондонской, на лондонской форме чашек. Да, это такой конус ровный. И остренькая такая ручка с остреньким кончиком вверх. Вот и у них блюдца такие характерные, тоже ровные, скошенные. Здесь и блюдца редкой формы. Я не знаю, как это вот удастся объем этот показать на видео. Ну, в общем, форма такая нетипичная, вот такая вот сложная, да? Тоже с перелом, с изгибом, с таким. У того, что целое, состояние прям приятное такое. Выглядит свежий, и такой блестящая глазурь хорошая, не уставшая, не изношенная. Вот, но есть, конечно, вещи с утратами.
есть прям сильно потрачено. Вот это блюдце, в частности, вот здесь со склейкой. Вот эта чашка склеена по кусочкам. О, с дыркой на вылет. Вот, но много очень хороших. Прям беленьких, чистеньких таких и целеньких. Просто класс. Что еще сказать? Не хочу его разделять. Вот. Куплен достаточно дорого. Но это не предел в наше время. Будет еще дороже. Вот, потому что действительно сейчас в Англии все дороже и дороже становится. Сейчас покажу в справочнике это. Рисунок, но здесь вот более скромный как раз декор цветочный. Вот тоже эти цветочные гирлянды и вот эти вот волнушки такие. Вот здесь цветы еще помельче, но вот эти волнушки, в общем, узнаваемые. И здесь другая форма, ручка семерка. Вот, а у нас более редкий зверь, вот эта ампирная форма чашки. Ну, чайник тоже другой формы, все другой формы, роспись только та же. Ну и вот, здесь Horton & Rose с паттерном 500. Здесь Rose, это Томас Rose, как раз брат Джона Rose, который, ну, гораздо более знаменит впоследствии стал, да? У Джона Rose этот паттерн назывался 297, с примечанием, что у мистера Томаса Rose он был под номером 500. В общем, вот датировка 12-15. Сейчас покажу еще одно доказательство того, что это Колпорт, хотя у меня это вот лично сомнений нет, конечно. Это то, что вот у Джона Роуза иногда в тесте на тарелках таких особого качества, особо хорошего, встречаются номерочки странной формы. Вот такая двойка, такая вот какая-то непонятная. Вот тоже тройка такая непонятная мне встречалась, девятки. Я не все номера видела. Видел двойки, тройки, девятки, пятерки. Вот считается, что они ставились в порядке возрастания по мере возрастания размера этих тарелок. Но мои наблюдения вот не подтверждают. Вот, то есть я видела какую-то единицу, я видела, по-моему, на больших блюдах, просто огромных из сервиза. Вот, отдельно подчеркивается, что на предметах особого качества. Вот, и сейчас покажу на нашей тарелке, хоть у нас не десертный сервиз в данном случае, не столовый. Но у нас есть вот этот номер, вот эта странная двойка в тесте, которую ни с чем не спутаешь. Вот видно, да, что она действительно очень необычная. Вот. Еще раз покажу роспись на тарелках. Она особо хорошо смотрится. Тарелки крупные. Цветы тоже здесь крупные. Вот, ну, в общем, вот такой прекрасный сервиз. Кто смелый, обращайтесь. Все, всем до свидания.